Друзья, всем привет, с вами Сергей. При покупке оборудования в столярную мастерскую, таких как фуганок, рейсмус, циркулярная пила, возникает вопрос про пылеудаление. Первое, что может нам прийти на помощь, это обычный строительный пылесос. Но сразу хочется сказать, что это только на первое время. Все равно вы придете к выводу, что нужно приобретать вытяжную установку. Вытяжные установки могут быть на 400 вольт, на 220, могут быть стационарные, большие, для больших производств, а могут быть малогабаритные и компактные, для небольших столярных мастерских. Вот как раз на одну из таких мы сегодня с вами сделаем небольшой обзор. Это мобильная компактная вытяжная установка от компании Harvey Russ. Модель называется GIB-DC2000. Сделаем распаковочку, соберем, ну и, конечно, опробуем в работе. Всем приятного просмотра, поехали! Установка поставляется вот в такой картонной коробке. Вес и габариты можем увидеть сейчас на экране. Ну а теперь достану все из коробки и более детально рассмотрим нашу установку. Друзья, хотелось бы обратить внимание, как все упаковано. Сверху пенопласт и каждая деталь на своем месте. Мешок и инструкция. Сборку будем начинать с прикручивания колес. Они здесь поворотные, без фиксации. Крепятся на 4 болта. После установки колес можем приступать к установке патрубка для крепления мешка для сбора опилок. Сначала устанавливаем уплотнительную резинку. Также хотелось заметить, что крыльчатка здесь металлическая. И уже затем устанавливаем патрубок. Крепится он на 6 винтов. И теперь прикрутим ручку. Крепится на 2 болта вот в это место. Ну и остался последний штрих. Нужно установить мешок для сбора стружки. Крепится мешок при помощи вот такого хомута. Вот как выглядит наша установка в собранном виде. Здесь у нас клавиша включения-выключения, аварийная клавиша стоп. Как видим, установка компактная и мобильная. Друзья, ну и прежде чем мы сделаем пробный запуск и посмотрим нашу установку в работе, давайте затронем технические характеристики. Мощность двигателя составляет 0,75 кВт. Потребляемая мощность 1,125 кВт. Пусковой ток 5 ампер. Производительность всасывания 14 кубов в минуту. Согласитесь, для такой маленькой установки и небольшой столярной мастерской этой производительности будет просто за глаза. Диаметр крыльчатки составляет 230 мм. Еще раз повторюсь, крыльчатка здесь металлическая. Объем пылесборника составляет 56 литров. Он сделан из плотной ткани. Диаметр подсоединения 100 мм. И диаметр подсоединения шланга также 100 мм. Вес данной установки составляет 22 кг. Также хотелось отметить, что данную установку можно перемещать не только по полу при помощи колес, но также можно закрепить на стену при помощи вот таких крюков, которые идут в комплекте. Ну а теперь давайте сделаем пробный запуск. Специально звук не буду убавлять, чтобы было слышно, как работает установка. Итак, включаем. Как видим, установка работает совсем тихо.
подсоединил нашу установку к фуганку и теперь попробуем в работе. Друзья, вот такой получился небольшой обзорный ролик. Вытяжкой я доволен на 100%. Мощности для моей мастерской хватает за глаза. Также большим плюсом считаю то, что данную вытяжку можно установить на стену, что я и сделаю в ближайшее время, чтобы сэкономить больше места в своей мастерской. Ну а на этом будем заканчивать. Обязательно пишите в комментариях, какой вытяжной установкой пользуетесь вы, большой, стационарной или у вас такая же мобильная, компактная. Буду рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока, до новых встреч!